Югорские общественники подключаться к борьбе с экстремизмом. Об этом сегодня говорили на заседании профильной комиссии при правительстве региона. Так, например, полицейские уже активно взаимодействуют с представителями духовенства. Накануне в исправительных учреждениях прошли мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Благодаря совместной работе с кибердружинами уже ограничили доступ к 120 сайтам экстремистской направленности. Наказали больше 80 человек. Всего же в Роскомнадзор направили 125 обращений по 339 ресурсам. О роли молодежных организаций, действующие в округе кибердружины, доказали свою эффективность. И в этой связи Департаменту внутренней политики совместно с правоохранительными органами необходимо подготовить решения, направленные на развитие этой деятельности, для выработки решений учитывать положительные практики других регионов.